не сейчас пойду как так, раз. Так, я сколько здесь просидел на, именно на этом моменте? Вроде бы полчаса. Вроде где-то даже больше. О. Как же я тогда с тебя горел? Вроде играл не ты, но стыдно тебе, да? Да, 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 вот именно, знаешь. Вот именно, да. Это был пиздец. О, этот момент самый лучший. Да на самом деле, если не искать эти кольца, его за 2 секунды, блядь, прыгнул туда-сюда и все, блядь. Да, и получи, пожалуйста. Да. И распишись. Во, а потом на это... Там есть какой-то момент, где, типа, платформа перевернется, и тебе придется вниз в эту воду обратно прыгать, чтобы, блядь, лоханить. Так что ты не лоханись, блядь. Хотя у Гарнеса ты лоханешься, блядь, и все вот именно так, как я и сказал, что будет, блядь. Будет смешно. Да, мне будет, блядь. Ну да, ты будешь... Я, конечно, понимаю, что здесь больше пикселей у Тейлза сделали, но, блин, у него какая-то походка слишком странная. Походка, ну хотя да. Как там, блядь, блин, на носочках это, бегает он, как на носочках. Да это кажется, наверное, из-за того, что анимация хвостов подводит сзади. Но это скорее всего только из-за этого. Да, 3D-шник, нормально. А так все здесь 3D-модели ходят. Не-не-не, я не про 3D Тейлза, а про 2D. А, про 2D? А, на 2D? Это правда бегает. А, ну, блять. Все, все собраны. Все изумруды собраны? Да. Ну, блядь, ну ебать ты, конечно. Теперь будет легче будет проходить ноусейвов. Чё, мы, сколько тебе на это понадобилось времени? Кого-кого? На кого? На персонажа? Не-не-не, сколько тебе понадобилось времени на то, чтобы собрать все изумруды хаос? А, ну, блин. 2 стрима, да? Да. И бэкстейдж еще. Получается, что Дамир это сделал после тебя. Ну, а я к чему веду? Все, пиздец, Дамир собрал все изумруды. Ёбаный в рот, Дамир, пиздец. Дамир, ты охуел? Да, ты совсем уже совесть потерял, да? Вообще, совсем. Подождите, подождите. Тейлз умеет плавать, блять? Да. А ты ещё не знал об этом? Я и забыл, блядь. Сука. Для так меня это... Типа хвосты и заменяет эту хрень. Да, блядь, дело в том, что как бы... Типа, окей, логика игры. Соник, самое быстрое существо на свете, не умеет плавать. Тейлз умеет просто тупо летать, а еще умеет плавать. Потому что он умнее Соник и всех остальных. Это да. У него, по-моему, как бы IQ, наверное, больше у всех, в принципе. Он обогнал Эйнштейна. Этот пацан в 4 года собрал подлодку. Вот именно. Или... Чё там, ракету он собрал, не помню. Давайте вспомним Sonic X, где он в свободное просто время, ну типа когда... А, ну да, захерачил целый космический этот корабль. Обустроил внутри, блядь, пушками нахуй, всем этим, блядь, взлетами, падениями нахуй, блядь. Все это, блядь, чинит как раз-два зубочистку. Вы, блядь, зубочисткой себя лишить, блядь, робот-армонизации, блядь. Что, блядь? Ёбаный рот. Зубочисткой, блядь. Зубочисткой. Где смысл? Это... Где смысл? Скажите его. Если он спросит... Ой, если спросить Тейлза, он, наверное, ответит. Ой, да голубой тайфун я так за 5 минут собрал. Давай я вон тебе этот... Как его, блин, называют? Яйцо смерти соберу за 10 минут. Хочешь яйцо смерти? Сейчас соберем, блядь. 5 минут спустя. Ёбаный рот, как ты это делаешь, сука. Все. Ебать. Что там, никого не бежит, что Фарсе 3 часа по сюжету идет. Чё? Спасибо, Бэк написал. Всего час? 3 часа. Три часа. Никого не бесит, что Фарсе 3 часа по сюжету идет. Ну и чё? Это больше напоминает мне уже игру Colors, где тоже за 3 часа проходит. Не, ну а чё вы хотите, по 20 часов? Прямо как в СНГ? Видимо так хотят, они хотят же адвенчуру, приключения. Не, смотрите, это, ну, если это учитывая все компании, типа, из-за Аватара, из-за Классика, из-за Модерна, то, ну, окей, чё, значит... Не, ну, понимаешь, в чем проблема? Вот, одна компания за персонажа, ну, в Adventure DX, том же самом, длилась где-то час от силы. Ну, это, например, компания Sony час где-то, она могла... А вот компания, например, в СНГ за Сильвера...
я на нее потратил 3 дня. Потому что, во-первых, меня бесил Сильвер, как персонаж и по геймплею. Меня тоже бесил. Я, знаешь, я вот за Сильвер тоже, знаешь, сколько потратил? Не 3 дня, а целых неделю 3. Знаешь, из-за какого уровня? Из-за шарика. А, блин. Я вот, как помню, это в колледж собирался, где-то 30 минут на него потратил. Вернулся с учебы. Блин, за 5 минут его докатил туда. Ты просто весь день это продумывал. Думал о шарике об этом. Ты весь день думал о шариках? Шарики думал, как его скатать так нормально. Да. Я просто, блядь, ненавижу Сильвера. Ну ёбаный ты рот, а. Кто его любит, ё-моё? Ну, я люблю. Блин. Пашки, еще это ты или нет? Все. Это я. Как-то хорошо, Лепочки. В чем заключается проблема Сильвера? Я СНГ. Аутизм. Это дело в том, что СНГшный Сильвером не считаю. Ну вот давайте дождемся Форсы, и может быть мое мое мнение к Сильверу изменится. Тоже самое. Потому что Сильвер для меня это самый омерзительный персонаж. Ну, я бы, ладно, поставил его на 5-е место. Моих самых омерзительных персонажей Sony. На первое Крим? Не, Крим на 3-м. А, нет, мой самый омерзительный персонаж это на первом это Пик. Кристофер Торндайк из Sonic X. Да, он на 2-м, кстати. А, у меня на 1-м. Спасибо, что он не канон. Да, большое спасибо. Ну, вообще, естественно, мальчишка вообще тут не нужен вообще. Он тут вообще не нужен, он лишний. А, не спойлерьте про Форсы. Да мы сами не знаем, что там Форса. Мы сами не знаем. Как бы мы ждем шутка про революцию СССР и так далее. Мы ждем 7 ноября, чтобы да. Мы станем декабристом, ждем. Как было в прохождении провайдера, с чем у вас ассоциируется СНГ? Шар, блять! Шар? Шарик? Ну типа Сильвер. Понял. За спойлеры бан. Да, кстати. Да, кстати, за спойлеры бан. Молодец я. У нас замена Сереги есть. У нас замена есть Сереги. Shadow the Hedgehog, давай-ка ты хуйню не будешь тоже писать, чтобы люди не подумали нихуя. Я бы на первое поставил бы Фроги. Так чё он, блядь, сделал такого-то, блядь? Это же обычный игрушка. Виноват этот Пик. Виноват ты Пик, что он такой долбоёб? Почему он родился вообще? Кто его... А, да, точно, Сега. Понятно, да, сразу. Ну, бля, я не... Я от Форсов как-то такого, такого, бля, охуенного, бля, пиздец, сюжета не ожидал. Я не ожидал геймплея на 7 часов, блядь. Вот, ты что, уже всю игру себе заспойлерил? Я себе? Да. Не, ты чё? Я... Да нет, блядь, нормально, я еще не играл. Ты забыл, что я в нашей общей беседе Стаса, блядь, просил не спойлерить мне, блядь, нихуя? Я тоже. Вот я сегодня как максимум себе заспойлерил, это битва с Metal Sonic. Надо ничего. Да это с битва с Metal Sonic, и все. А, ладно. Ну, да это говно помнишь. Да. Биг еще хуже Сильвера, но как на АДС Биг был не бесполезен. Дело в том, что почему я жалею о не каноне иногда, потому что я жалею, что Сильвер из комиксов не канон, блять. Это просто, сука. Он открывается с новой, блять, стороны, и это прям. Ну реально, я начал больше импонировать этому персонажу только благодаря комиксам Арчи. Ну, блять, это не канон, блять. Мы нихуя не знаем, это не канон, это хуйня, это бла-бла-бла и так далее. А вообще, Арчи закрылись, идите нахуй, я пойду подрыдать, блядь. Да. Вперед, Оля Михайлов. Дела у нас хорошо. Да, привет, Оля. Темный, тебе тоже интересен был батл с металлом. Ну, а кому он не интересен, Райф, если это часть новой игры по Сонику? Ну, я его так, мельком глянул, посмотрел там, как его захреначили. Там вроде бы аватар и этот, как его, все Соники участвовали. Сами узнаете, просто я их прошел. Шэдоу, не нести хуйню, опять же. А то сейчас мы тебя отправим на несколько секунд. Успокойся на времечко, окей? Спасибо.
Это от Пашкевич. Угу. Я бы на второе место поставил Modern Sonic. Да че он вам, блядь, сделал? Он-то нихера не сделал, господи. В смысле, про что? Modern Sonic. Ну, типа, на второе место, типа, на мерзильных персов тогда. Видимо, они хотели... Блин, что такого в нем? Да я не знаю. Я не понимаю, почему не люди не любят классика, блядь. Я вообще не люблю. То, что он заебал? Ну, блядь, ну есть он в играх и есть, господи. Его левелы... А Modern не заебал? Ну, вот тот же самый вопрос, блядь. Те, кого заебал классик, давайте вы скажете то же самое про Модерна. Нет? Ну, блядь, а почему про классика тогда говорите, блядь? Да. О, Полина, здравствуй. Привет, Полин, привет. Бля, они просрали босс-баттла.